Всем привет, и это видеообъяснение, как вы и ждали. Большинство игроков уже заметили то, что при заходе на аккаунт Roblox выдает ошибку. Многие начали паниковать, и я в том числе, но я когда узнал то, что так у всех, немного успокоился и попытался найти причину, что, собственно, послужило вот такому вот сбою. Для начала я попытался зайти с компа. У меня вот, как и у всех, не зашлось, но зашло на главную страницу Роблокса. Я перешел по ссылке и нашел вот такое вот сообщение. Это было сообщение от самого Роблокса про сбой, и я решил перевести его. Перевод, конечно, кривой, но мы можем видеть то, что тут написано, то, что Роблокс определяет первую причину, по которой произошел этот сбой, и пытается ее исправить. А сейчас немного моих догадок и предположений. Это 100% не может быть от Adopt Me, потому что вспомните, как было раньше. В 2020 году при обновлении в Adopt'е играло более 3 миллионов человек, но таких сбоев не было никогда. Сбои были только на пару часов. Также сейчас в Adopt Me играет намного меньше человек, при этом обновлении их было довольно-таки мало по сравнению с другими обновлениями, где-то около 700 000. Поэтому вариант краша Роблокса из-за Adopt Me мы 100% отбрасываем. Также очень многие люди верят в то, что Роблокс сейчас делает обновление, и этому есть место быть, потому что в Play Market и в App Store появилась кнопочка «Обновить». Но я в это особо не верю, потому что мы сами видели, что Roblox написал, что это какая-то ошибка, и они пытаются ее исправить. Но также возможно то, что они пытались сделать какое-то крупное обновление, но у них слетели все сервера, и Roblox просто не выдержал. По самой официальной версии, Roblox написал в своем твиттере то, что все заработает примерно ближе к вечеру. Пишите в комментарии, как вы думаете, что случилось с Роблоксом.